Лев Николаевич Толстой является одним из величайших писателей в мире. Однако мало кто знает, что кроме всего прочего он был талантливым и весьма неординарным педагогом. Толстой является автором азбуки, написанной им для обучения детей чтению, письму и арифметике. Это литературно-педагогическая работа, состоящая из 4 книг, которая включает в себя не только адресованные ученикам короткие истории, былины, басни и загадки, но и рекомендации педагогам. Интересен факт, что Анна Ахматова училась читать по азбуке Толстого. Задача, которую вам предстоит сейчас решить, была придумана Толстым для 2 класса церковно-приходской школы. По неподтвержденным данным, сейчас ее правильно могут решить только 30% старшеклассников, 20% студентов вузов и только 10% работников банков, ну и, возможно, вы. Итак, вот сама задача. В магазин приходит покупатель за шапкой. Шапка стоит 10 рублей, а у нашего героя имеется единственная купюра номиналом 25 рублей. Чтобы не терять клиента, продавец отправляет к соседке сына, чтобы он разменял у нее деньги. Мальчик принес 3 купюры – 10, 10 и 5. Продавец отдал покупателю сдачу 15 рублей и, вручив ему шапку, поблагодарил за покупку. Покупатель ушел. Однако не прошло и нескольких минут, как прибежала соседка и подняла шум, что, дескать, деньги, которые мальчик только что прибегал менять, фальшивые. Боясь скандала, смущенный продавец отдал ей 25 настоящих рублей из своей кассы. На этом история заканчивается. Теперь возникает вопрос, на сколько рублей был обманут невезучий торгаш? Разомните свой мозг и не спешите искать правильный ответ в интернете. Дело в том, что неправильные ответы на задачу Толстого случаются чаще, чем правильные. Поэтому прежде чем писать в комментариях свой ответ, тщательно все обдумайте. Имейте в виду, что никаких подвохов тут нет, только арифметика. Что же, удачи вам и не забудьте подписаться на канал ИФО. Спасибо.